Лариса, Сережа на работу, Лариса сегодня на работе наша, Лариса это не знаю, ну, короче говоря, у нас сегодня вечером будет шашлык по поводу того, что вербное воскресенье, потому что второй, самый большой, наверное, тоже наравне с этим праздником церковным, которым отмечается каждый год, это выборы, решится все-таки, что же у нас будет, кто у нас будет, ну, поэтому, и, конечно же, для нашей семьи, потому что приехала Саша, а она очень хотела шашлыка, поэтому сегодня будем жарить шашлык. Сегодня солнышко. Ну, Саша села вообще, видите, на качелях катается вообще в одной майке. Я говорю, недорогая, одевайся, потому что это все, знаете, как говорится, обманно. А она думала, что качеля поломана и не каталась, а сейчас катается. Так что ждем. Ну что, вечер уже, все пособирались, кто с села, кто откуда. Сейчас нам Саша громкую музыку включит со своей колонкой. Знаешь, как играет сильно. Да. Хлопчики сегодня у нас сами. Сережа и Саша робила. Лена с Вовочкой, что приехали. А? Помидоры Сашины, он польские, бачите, так подошли. О, так еще один. Я думаю, что наемуся шашлыка, как вы думаете? Я думаю, что, наверное, огня мальчики вы мало сделали, да? Сдвигайся. Только половина. Нормально все будет, да? А тут, сейчас я вам покажу. Лену, скажи, видите, в спортивной одежде пришла. Шутка, привет. Дивіться. Раз. И вот, смотрите, два. Видите, голодающий. Хвати вже. Ти бачиш, він що-то, він Мартин поїв до свидання, а це ніяк не успокоїться. Тиша. Достатньо вже. Ой, собака, собака. Собака буває кусати. Ля-ля-ля-ля. Собака барабан. Так не надо. Зараз будеш відра перевам. Мені тут хваток. А ну, нельзя. Все, хватить. Нельзя, сказав. Фу! 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 Тима, фу. Мартиша, що воно то робило, лиш би не гавкало, правда ж? Да, Мартинчик? Мартися. Ну, ти бачиш, навіть вже в нас у дурі. Ваша сім'я поповняється з такою... Скоростю, да. Навіть тут нема тієї покої. Треба забирати тішу. Хай вони його прив'язують на маленький, красивий велюровий шнурок. Скажи, я тут ховаюся, мені тут хорошо. Так ні, прибігло. Дивіться, як він вже витягнувся, ви бачите? Він, такий, він як такса вже длинний стає. Тіша, ти вже длинний. Ти длинний, а ну-ка поздоловайся. Здоловаюсь, здоловаюсь, здоловаюсь. Днем таке тепленько. Ну, ми на вулиці вон час будемо сідати за стіл. Картошечки. Сережа з Саней начистили. Дивіться, картошка вариться. Редиска, салатик. Один я купляла, а то Серега вже трошки нащупав в этом. От є, пожалуйста, двоє нових жильців. Ну, і ви знаєте, я сварила от мультиварки, я вже давала два рази, от сварила от этот калтик, отлично. Тепер сварю кашу, тому що не годиться. Они, видишь, какой этот наглый, смотри. Так, а ну з кухні, я не разрешаю на кухню. Давай, 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 давай. Кому-то буде охрана, в мене вони тікають. Тікай, 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 тікай. Нет, на кухню я не разрешаю ходить. Нельзя, нельзя, нельзя. Надо говорить нельзя. Вони ж у мене гостя, тоже. О, диви, 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 диви. Яке земське щеня, ти ва? Ой, як пахне шашликом, ребятки, вообще просто супер. Ну, дав Бог сьогодні хорошу погодку, і поголосували, і в церкву сходили, і у кого верна неділя в нас сьогодні, в католиків сьогодні Пасха, так що всіх з большим праздником, я поздравляла вже у всіх сетях, хочеться поздравити кожного чоловіка, пожелати здоров'я, міра і всього-всього самого-самого лучшого. Ну, я скажу, що нельзя, нельзя, сказала, навіть ролись. Это, надо уметь і работать, надо і отдыхати. Оце тепер дресировка. Я буду тепер як куклачов кота. А хто в нас собачок дресирує? Даже не знаю. Ой. Так що віддихайте. Ну що, смотрите, кому быстро весенний собрали стол. І посмотри, я сижу, как раз вот. Саша, і ти сидиш тут. Ти так хотіла этого шашлыка возле тебя. Все, да. Да. Так що все ми сидимо. І все будемо сейчас кушать. Спасибо мужчиночкам. Саше і Сереже. Вони тут... Картошку вместе чистили, чи ні, Сереж? Молодці. Які молодці, які молодці. Скажи, скажи, я жирна. Я Саша. Ой, боже, боже. Все, приятного всім апетиту. Давайте, наливайте, будемо пити. За свято. Сьогодні свято, аж три свята, да? Три свята. І в Польщі теж вже Пасха. Ну, я ж говорю, що, да. А, Пасха, да? Пасха католическая. В Ізраїлі Песок.
Песок. Ну, іди туди. Мартин. Звони, я просто за стол тебе не приглашали. Смотрите, видите, дочка, вот она, смотрите. Как вы думаете, что... Ой, ну, через камеру плохо видно. А вот так раздивився, оце от чудо, то вроде бы самолет. Смотрите. Ребята, от... А, чуть-чуть вверх піднімається. Ви бачите? Як ви думаєте, то самоліт чи ні? Дивіться, ви бачите? Точка, точка, точка. Смотрите, як три зуби прямо. Я без очков знімаю зараз. Ви бачите, гляньте? Да, він движеться, ребята, в камеру зараз... Обалдеть, а що ж це таке? Самоліт... А, да, а чи він так вертикально йде, ребят? Вообще, ну красиво. Чего так вертикально, Вов? Что? Ну что вертикально так идет? Да не вертикально. Алла, вы же поймите, вещь такая, как горизонт есть. Тихо, сейчас. А. По бровочке мы все ходим. Сейчас, сейчас, подожди, я смотрю, может, он НЛО. Я же там смесь, Серега, глянь. Задыбала. Я НЛО смотрю. Какие НЛО? Я по всему периметру прошел. Нет, в натуре, самолет. Так я так само хожу. Це що у вас на перевірку на хто випив, хто ні? Смотри, 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 смотри. А, так ви по всім бо. Ми прошли. Та що ви за ту розу? А ну давайте ще раз проходите. Так уже з поворотом. А там три. Ну, Ковальчук, ну Лена йде лучше. Сашенька, быстро, 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 быстро. Молодцы, молодцы. Ты бачиш, чим би дитина не... Сашуля, скажи, хай Леночка через 20 год так выйдет. Не стало, смотрите, ребята, где оно? Это НЛО, ребята, смотрите, нету. А, есть, есть, блин, он, вон, дивіться. Есть. Вот так вот можно ошибиться. Сейчас, сейчас, сейчас. Обычный літачок. Подождите. Вы не бачите, да? Заховалося. Довго він висів, йолки-палки, а чого літачок тільки... А ну, зараз, секунду, може, сюди перейдемо? Ні, я не бачу його вже. Хай вони думають, як хочуть, літачок не може так швидко. Неба взагалі нету туч. Літачок не може так уйти швидко. Бачите, нічого немає? Та хмар немає, розказують мені хмари. Чую звук, це НЛО, точно. Дивіться, як гарно квіти цвітуть. Тепер тут коти у нас не тиняються. У нас так хорошо, така маленька колоночка Сашуніна і така музика. А Серега танцює, а так, а так. У нас здесь музика такая, что я не буду говорить, потому что сразу сейчас... Вот. Тихо, 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 тихо. На, не нашим пальцем мы, нам Саша оставила, и через телефон, через Вован мы слушаем музыку. Конечно, супер, это Sony колоночка. И танцуешь, и поешь, что хочешь. Не надо вытаскивать бандуру. Манюсенькая такая колоночка, вот посмотрите. Ну что, ребят, мы сидим и ждем, и смотрим 1+1. Мы в шоке, мы рады, мы... Мы не знаем, как оно будет, мои хорошие. Но факт тот, что 73, люди проголосовали... 73, да? Да. 73%, дорогие мои, проголосовали не против того, что... То есть не за Зеленского. Проголосовали против того строя, который у нас есть. И дай Боже, такой праздник, большой праздник, и католический, и христианский. Дай Боже силы, и чтоб він нас... Как говорится, не опозорил и не опозорил и не подвел наши ожидания. Спасибо, Лена, да. Тебе. Мы сидели тут на одной. Наши мы дети, ждали 8 часов. Наши да. Дети вернутся в Украину и построят ее заново. Да. Молодежи, да, да, счастливой да, Украины. Да, да, да. И за те 500-700 долларов, за которые работают в Польше, мы будем работать в Украине, у нас все будет хорошо. Все, мои хорошие, вот такой вот обзор. Я на этой ноте хочу закончить. Я очень рада, что все-таки получилось. И спасибо. Спасибо команде Порошенко, что не начали шукать какие-то там, знаете, лазейки, вот чтобы... Вот и все. Возвращали Украину.
в Украину заробещаны, а то выжили всех с Украины, молодежь всю выжили. Да, да, да. Никого да. нету. Да, да. И никто да. с наших людей дошло не хочет ни в России работать, ни за границей. Спасибо, конечно, всем странам, что помогали нам. Тихо, подождите, вы же понимаете, что я... Тихо, подождите, это ваша тема. Мы сейчас будем говорить об этом. Просто я хочу сказать одно, что никто не хочет идти и работать в рабство. Мы хотим работать и развивать ни Польшу, ни Израиль, ни Москву. Мы хотим развивать свою любимую Украину. Все, мои хорошие, до свидания. Ленуська, спасибо тебе за то, что ты держала, как говорится, руку на пульсе, да, на пульсе нашего экзотпола. Все, пока. Вчерашний день прошел. Я хочу зафиналить видео день выборов, день праздника тройного. Именно хорошим утром. Утром надежды. И сегодня для меня... Вы знаете, люди вокруг друг друга знают. И сегодня уже утром мне сказали, что... Я думаю, что плохие комментарии пишут где-то люди, которые живут далеко. А это нет. Это люди, с которыми я раньше имела конфликты. Но я это понимала. И это работники школы. Школы, в которой училась я. Школы, в которой учились мои дети. И не учителя, а работники. Так что не ищите причину, что Ковальчук в эфире была пьяная. Это вы пьяные от того, что вас скоро вы потеряете ласый кусочек. Сидеть, зарабатывать зарплату, зарабатывать пенсию и ничего не делая, это время проходит. Извините. Все, мои хорошие, потому что сейчас будет... новое видео, сейчас будет новая забота. Я вам говорила, что сегодня понедельник, и мне очень много нужно успеть. Куда нам только надо сегодня не ехать. Хорошо. Еще раз вас с праздником. Всего хорошего, здоровья, удачи. И самое главное, не теряйте надежду. И помните, плохих людей, которые просто из которых желчь лезет, потому что это зависть, потому что не смогли они достичь большего, на что рассчитывали. Их меньше. Все, я вас люблю. Пока.